Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Итоговое повторение задания 85. Гипотенуза прямоугольного треугольника. Гипотенуза обычно обозначают С. Так вот, С равно 17 сантиметров. А один из катетов на 7 сантиметров меньше другого. Но если катет А мы обозначим как Х, то катет Б мы тогда должны обозначить как Х плюс 7. И нам нужно найти площадь этого прямоугольного треугольника. Но мы знаем, что площадь прямоугольного треугольника будет равна половине произведения его катетов. Значит, для того, чтобы найти площадь, мы должны найти катеты. А катеты мы можем найти, если воспользуемся теоремой Пифагора. По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Тогда 17 в квадрате – это 289, будет равно х в квадрате плюс х плюс 7 в квадрате. Так, ну преобразуем, раскроем скобку справа, получим х в квадрате плюс х в квадрате плюс удвоенное произведение 14х и плюс квадрат второго числа 49. Теперь все перенесем вправо, поменяем местами левую-правую часть. Получим 2х в квадрате плюс 14х плюс 49, но минус 289, значит минус 240. И это будет равно нулю. Разделим на 2х в квадрат плюс 7х минус 120 равно нулю. Ну, найдем корни этого квадратного уравнения. Х первое, второе будет равно минус b минус 7 плюс минус корень квадратный из 7 в квадрате 49 минус 4a единиц c минус 120. Значит, мы должны знак поменять перед этим произведением и разделить все на 2. Это будет равно минус 7 плюс минус под корнем корень квадратный из 48 плюс 49 – 529 под корнем разделить на 2. Это будет равно минус 7 плюс минус 23 разделить на 2. Тогда х первое равно минус 30 на 2 – минус 15. Х второе равно 23 минус 7 – 16 на 2 – 8. Х – это один из катетов. Катет не может принимать отрицательное значение. Этот корень посторонний. Так, а тогда А, катет А равен 8, а катет Б равен Х плюс 7 равен 15. Ну и площадь треугольника будет равна 1 вторая произведение 8 на 15, а это будет равно 60. Осталось записать ответ. Площадь прямоугольного треугольника равна 60 квадратным сантиметрам. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.